Здравствуйте, мои дорогие, мои любимые друзья! Поздравляю вас с первым днем весны! И по этому поводу я сегодня вам делаю фильм «Только как приготовить треску с помидорами и сыром». Мелко режу 3-4 дольки чесночка. Мне понадобится 250 граммов мини-помидоров черри. Я их мою и режу пополам. Помидорчики порезала на две половинки. И приготовила 250 грамм сухого белого вина. Чеснок слегка обжариваю на сковородке и тут же добавляю помидоры. Перемешиваю все. Солю, перчу по вкусу. Добавляю вино. Добавляю цедру из лимона. Выжимаю сок одного лимона, слежу, чтобы туда не попали косточки. Выливаю сок одного лимона. Мне предстоит добавить базилик, поэтому небольшой пучок, поэтому я его помыла и режу. Добавила его в помидоры. Я использую специальный сыр для жарки сернурский халимис для гриля и сковороды, хотя рекомендуется использовать кавказский сыр умалат. Но я думаю, что этот тоже будет нормально. Главное, чтобы он не расплавился на сковороде. Режу его на кусочки. Выкладываю на сковородку и поджариваю.
Выкладываю на сковородку подготовленную треску кусочек, нарезанную на кусочки. Солю, перчу по вкусу. Предварительно обжариваю со всех сторон. Затем выкладываю на тарелочку. А предварительно я туда положила помидорчики и сыр. И вот что у меня получилось. Порция на 3 человек. Приятного аппетита, мои дорогие, мои любимые друзья, мои девочки! Здравствуйте, дорогие друзья! Показываю вам, у меня здесь есть малахитовые бусы, круглые и вторые из пластин. Видите, распались, и мне их надо собрать. Поэтому вот сегодня мое задание – собрать новые бусы. И вот посмотрите, что у меня получилось. Вот хочу вам показать, что у меня между зелеными пластинами из малахита у меня вставлены малахит, круглый, шарики. Но вот здесь впереди, чтобы было более интересно, потом я все-таки планирую эти бусы одевать с круглыми зелеными, с бусами из круглого зеленого малахита, и чтобы они немножечко отличались не только по форме, как здесь вот пластины идут, но и немножечко еще я сюда вставила металлические вот шарики. Металлические шарики, и думаю, что это интересно. А застежка у меня здесь цепочки. Вот, и, в общем-то, обычная такая застежка. И цепочки такие вот небольшие удлинители. Они, в принципе, почти такие же, как были. Но вот я говорю, что вставила немножко металла и удлинила вот за счет цепочек. И после того, как я поговорила о круглых и показала вам их, они у меня рассыпались, поэтому сейчас я их снова собираю. И вот я уже говорила на выставке, после которой я вот была с девочками, украшения вам рассказывала на Кузнецком мосту, я купила вот эти вот много вот всяких частей для того, чтобы делать эти бусы. И вот эти шарики я вот тоже в том числе купила. У меня еще вот есть еще вот такие шарики. Честно говоря, надо было, конечно, сначала мне уже немножечко узнать об этом, а потом ехать на рынок, потому что купила не совсем то, что нужно. Вот, кстати, один из шариков, который туда пошел. Но я посчитала, что вот эти вот более легкие, потому что вот эти они и больше, и толще, ну, в общем, и сложнее рисунок. Ну, вот я решила так. А где я была, на Кузнецком мосту, где продается фурнитура, это она, конечно, качественная, красивая, но очень дорогая. И вообще у нас вот в кружок, который хожу, там никто не покупает, а ездит в разные места. В том числе мне одна написала, моя зрительница, в Севастополь, да, в Севастополь. Потом еще в другие места. Ну, в общем, первые блинком. Еще могу похвастаться. Купила вот такую палетку или конструктор для бус, чтобы их собирать. Очень удобный. Ну, вот видите, малахитовые бусы, которые у меня распались, я их как раз собирала на этой палетке. Для более маленьких, для более длинных. Я на нем сейчас собираю бусы. Это бусы из малахита, круглые, между ними бисер. И собирала их на специальную металлизированную проволоку, довольно-таки тонкую, 0,3.
следующий раз я вам покажу фильм про другие бусы, которые собрала, которые у меня есть, и сделаю аутфит в стиле боха. Покажу, для каких целей я их собирала. А я с вами прощаюсь, мои дорогие, мои любимые друзья. Еще раз поздравляю с началом весны. Обнимаю, целую, желаю вам всего самого хорошего. До встречи!